Привет, великий народ. Смотрите, кто ко мне приехал. А что тут сделали, папа? Да, и вот, кстати, насыпали кучу гравия. А разравнивают. Сейчас в Архивке сегодня срывается дождик. Никого на пляже практически. Вон там он, возле якоря. Да. Пойдем голубей посмотрим, пойдем. Только не провались тут. Не подходи близко, папа не испугается. Да. Вон там дядька сидит уже. Можем к Нарине сходить, хочешь? Пойдем сходим к Нарине. Да они тут сейчас не бедствуют, не волнуйся. Пойдем по пляжу. Да, вот такая вот сегодня погодка. Друзья, немножко срывается дождик. Сейчас вот-вот пойдет. Ежик на месте. Насыпали кучу гравия, сейчас разровняют. И тогда будет пляж нормальный. Гравий с песком. Ну, привезли в этот раз. За шторма все поуносило. Кораблик военный стоит на горизонте. Не знаю, видно вам, не видно. Вот люди тут купаются. Ну, в общем-то, тепло. Так вот. Но и ветра практически нету. Единственное, что вот-вот дождь пойдет, погода пасмурная. Взял на всякий случай свою новую экшн-камеру. Вот, иду снимаю с нее. Вот, если вдруг пойдет дождь, мне не страшно. Дождь, снег. Ну, снег-то не пойдет, конечно. Это я так просто говорю, что хоть под воду погружайте. Все равно люди купаются. Настюха ко мне приехала, та самая Настюха, моя дочь. Вон голубь собирает, папа, голуби черный. Да, на набережной тоже сегодня не очень людно. Сейчас минуточку, мне кто-то звонит. Уже не звонит. Наверное, рекламщики. Эти, которые предлагают всякие финансовые услуги населению. И на Санаторском пляже, я вижу, поставили, как их называют, грибки, не грибки, ну, от солнца защищают, чисто на один лежак. А море, кстати, чистое, чистое море. На два, с двух сторон столбика. Ну, вон, видишь, эти грибки, или как? Да, они с двух сторон столбика стоят. Да, ну, чисто на один лежак. Или просто спрятаться. Давай руку. Куда ты? Аккуратно здесь, Настюх. Здесь можно обвалиться. Ночью, если будешь идти, нужно быть осторожным. Голуби. Настя, как ты думала, куда они денутся? Вот тут единственная пресная вода для них. Это ливневка. Не канализация ни в коем случае. Потому что фан бы тут стоял капитальный. Ну, просто ливневка уходит в море. В общем-то, оно и правильно. Куда ей еще деваться? Не в канализацию же ее пихать. Воробьи. Ага, Настя заприметила воробьев. Сейчас начнется. Искупаемся.
Пойдемте, пойдем. Так. Пойдем поздороваемся с Нарине. Она тоже тебя хотела увидеть. Музон играет. Прилетит мне, не прилетит. Письмо счастья, я не знаю. Ну посмотрим там по ходу дела. Я тебя подловил. Ты все равно. Ой, привет! Иди ко мне, ты моя слушай, как ты выросла. Как ты красотка. Все нормально? Да. Слушай, ты большая стала вообще. Да, большая, уже почти как папа такая да. же. 15, да? Ей 12 лет. Уже. Невеста, не невестка. Невестка это другое, да? Наверное, да. Невеста, значит, невеста. Ты что ты прицепляешь, моя баба? Я же не русская, да? Ты хочешь сказать, что тебе скидка? Да, можно. А пока промокод какой? Промокод? Нет, на скидку для тебя. На скидку? Для меня? Да. Ты же хочешь скидку. Шанхурубат. Нарине, помнишь? Хочешь кукурузу? Будешь? Давай, конечно. Давай. Первый можно угощать. Не, давай я заплачу, Нарине. Она же моя подружка. Ладно, да? Ладно. Нарине угощает тут Настюха. Плохо. Отказываться от того, чтобы... Открыто сезона, да, Настя? Я последний фиг без соли не доедаю, но... Открытие сезона, кукурузы, ага. А я, ничего не слышу. Держи. Тебе его открывать? Так, строительная техника всякая катается по набережной. Россети, скорее всего. Да. Бандюэль, да. У тебя, кстати, прозвище Бандюэль, знаешь? Да, цыгать, королева Бандюэля. Да. Бандюэль, Мандюэль. Бандюэль, Мандюэль. Да. Ну скажи, как? Вкусная. Такая, да, мягкая, сладенькая? Вкусная. Я соленая. Да. Ты любишь же соленую? Зайди, пожалуйста, а то будет это сейчас. Ну, куда будет? Нет, а вот это, вот сюда вот. Сугу. Но не Россети вроде. Что это такое, я не знаю. Что меняют? А, лампочки вот эти вот на набережной. Они это все делают, поэтому включили в свет, что это. Слушай, прям ты вообще выросла. Она чуть поправилась, да? Да, такая же худорба, крысиная порода. Ты тоже обожаешь, да, кукурузу ходить? Ну, она соскучилась просто по твоей кукурузе. Но она тоже любит, как я обожаю. Сколько лет, все равно я люблю. Да, так что вот так что. Тишина у нас. Ну что? Должно, не должно, поймешь. Да, вот сейчас начинался что-то. Да. Потом прекратился резко. Я взял с собой экшн-камеру на всякий случай. Думаю, если дождь пойдет, ничего страшного. Да, не боится, да, дождь? Так и с ней плавать можно на 17 метров под водой. Даш, пойдем купаться. Да, я тебе дам обязательно. Понимаешь? Да, это этот, прихвостень. Да. Маленький. Далматин эти как. Нет. Белый, коричневый, с этими. Ну что, пойдем, Настюх? Пойдем. Спасибо, Нарине. Вот так вот угостила нас Нарине. Через тучи светит солнце и палит. Вы знаете, так вот жарковато становится. Да, Одиссей. Ух ты. Это кафе Одиссей.
Ну, на набережной есть люди, конечно, но совсем чуть-чуть. Не так, скажем, как в сезон. Так, мне написали в комментариях, что есть тут какая-то гостиница на набережной, что я ее не показываю. Друзья, я должен эту гостиницу показать. Я не знаю, какая там гостиница. Вот. В общем, все начали работать. Потихонечку. Нет, не прямой эфир, просто видео. Хочешь поснимать? Поплывок, видишь какой? То есть, если она не утонет, даже если выронить. Воду? Да. То есть, можно будет на барракуде Анастасии кататься. Вот. Опять просто в воду кинуть еще? Да, можно просто в воду кинуть ее. Она всплывет и все. Ручка, поплавок, желтая. А покажи. Вот она с воздухом внутри, видишь? Камера вот так опустим. А? Пускай камера улетит. Куда? Ну, камеру вот так вот поверни. А зачем? Куда поворачивать? Вверх чтоб, ногами, что ли? Чтоб ручку была видна. Не, так не получится. Почему? Ну, Настюш, как я так покажу? Как я покажу ручку, за которую держусь? Парк Малибу. Пойдем туда, по пограничной, пройдем назад домой. А? На лавочку? Ну давай там где-нибудь, ладно? Или ты хочешь поесть спокойно? Да. Вот розы растут. Ладно, буду завершать свой эфир, не эфир, а видео. Настюха сейчас будет это уплетать. Пусть поест спокойно. Все вроде показал. Но Малибу засниму для канала Валерич. Смотрите на здоровье. До скорых встреч, друзья!